Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим самые простые пышные оладьи без яиц, без молока, без кефира, просто на воде. Что нам понадобится? Берем 200 мл теплой воды, добавляем 1/2 чайной ложки дрожжей и 3 чайные ложки сахара. Все это хорошо мы с вами перемешиваем. Теперь добавляем щепотку соли и 1/2 чайной ложки разрыхлителя, перемешиваем. Теперь с вами добавляем муки. Муки у нас 220 грамм. Также по желанию можете еще добавить ванильку, если хотите. Все хорошо перемешивайте. Вот у нас с вами получилось уже тесто. Накройте тесто и дайте ему постоять 1/2 часа. Потом разогревайте сковородку. Масло 1-2 столовые ложки. И на самом медленном огне жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Вот такие вкусные ароматные оладушки у нас с вами получились. Очень вкусные и сытные. Всем пока-пока и не болейте.